Сам себе визажист, это, конечно, хорошо, но лучше довериться профессионалу. Такой профессионал у нас в гостях — Наталья Пайкина, визажист, ну и рядом с ней Ольга, модель, которую мы сегодня будем прямо на ваших глазах, друзья, менять. И что делать? И что делать, кстати? Ну, преображать. Я бы, наверное, не хотела менять, а просто усилить какие-то, ну, свои природные черты красоты. Отлично. Сильно намотно меняя. Вот я только хотела сказать, какая Оленька красивая, прекрасная девушка. Ну а мы только подчеркнем ее естественную красоту. Наташ, давайте поговорим о трендах. Что будет актуально в 2018-м? Есть ли какие-то изменения в тенденции? Уже какой год идет тренд «красота естественная», да? И да. Хочу сказать, что модно быть индивидуальностью, так, экспериментировать, при этом оставаться собой. И такие моменты, да, помните, последние два года у нас были популярны такие брови, замазанные как будто бы пластилином. Да. То есть это как бы брови такие гротескные, театральные, они тоже уходят из этой жизни. Спасибо, наконец-то. Да, я тоже очень рада этому. И у меня естественные, натуральные брови. У тебя достаточно своих брови активные, поэтому... Активные брови. Я думал, чтоб тебе активно. Они выступления. Брови как бифидобактерии. Свои натуральные. Ага. Что еще? А в моде также, допустим, смоки раньше, если были черные, коричневые, серые, это уже немножко скучновато, поэтому в этом году мы применяем уже цвета. Можно, допустим, сделать, допустим, серо-синий, да, смоки, сделать какой-нибудь блик по центру глаза, да, каким-нибудь цветом, зеленый, синий. То есть игра цвета, да? Игра цвета. А вот что касается стрелок, очень интересно. Вот стрелки каждый год, они классика. Дело в том, что они просто каждый год изменяются. В этом году модно очень делать кошачий глаз. То есть, знаете, вертикальный зрачок? Более такой, знаете, угол глаза подчеркивается немножко вверх. Так. Такой кошачий глаз получается. Делать акцент не по всему глазу к стрелке, как и раньше, а делать именно акцент на угол, более уплощенная стрелка. И с нижнего края тоже приподнимаем. Очень интересно. Не, ну просто даже со стороны вы думаете, вот все, мужчины там не увлекают. Ну, естественно, не для себя. Не для себя. Они просто смотрят, допустим, на девушку, которая мимо проходит или находится рядом, да, и замечают какие-то в ней черты. Ага, кошачий глаз, нормально, значит, в тренде. Нет, ну ты же элементарно можешь отличить, нравится тебе, как девушка накрашена, либо это моветон. Ну, например, там, я не знаю, розовые губы, синие тени. А сейчас мы узнаем, что это в тренде, посмотри. Ну, я хочу сказать, что в моде, знаете, еще женственность и, как бы, еще раз повторюсь, так, и индивидуальность. То есть женщина и девушки, они вправе экспериментировать, находить свои какие-то индивидуальные фишки и быть отличными от других. Это приветствуется. Но при этом, чтобы вас узнавали, знаете, есть такое понятие визажистов: выходить из студии, допустим, не накрашенные, а ухоженные, то есть красивые, чтобы тебя узнавали, чтобы не было такого, чтобы ваш мужчина говорит: это не ты. Потому что часто женщины передают информацию о том, что меня муж не узнал, или там дети испугались. Там. Да, вот такая информация идет как бы от клиентов, которые когда-либо получали какой-то негативный опыт. Наташ, а вот что касается помады, я слышала, что ее теперь используют и в качестве теней для века, и наносят в качестве румян. Это креативно, да, визажисты в основном используют это фотомакияжи, и сейчас существует, ну это французы придумали, румяна помада, это очень удобно, чтобы у девушки была в косметичке сразу один продукт, да, который выполняет две функции, это просто это очень практично. Я точно, это мужики придумали, по-любому. Вероника, у тебя было в жизни случай, когда ты выходила от визажиста? Не накрашенная из дома? Нет, это там мы видели. От визажиста ты каждое выходила утро видишь. Да. И такая, и тебя там, не знаю, не узнал. И постоянно говоришь мне: за что? Ну, неудачные опыты посещения визажиста. Очень часто, очень часто. Поэтому я могу выделить лишь там... Визажистов сейчас очень много, да, стало? Да, да, чуть да, ли не каждый второй, как, собственно, и фотографов. И музыкантов. Но так, хороших визажистов, которые действительно знают, как работать с разным типом лица. Потому что есть такие визажисты, да, если я не ошибаюсь, Наташа, поправь меня, да, которые вот как их научили, да, работать, они так вот по одной стандартной схеме... Да, то есть... Надо в любом случае, да, выделять индивидуальность каждого человека, раскрывать его. И что еще хочу сказать, что вы можете пойти в студию визажа, там, к профессионалу, сделать себе такой, знаете, прилизанный коммерческий салонный макияж, который будет вас сравнивать с толпой других таких же девушек накрашенных, знаете, такие солдаты Джейн. Но когда вы делаете сами себе макияж, опять же, делайте, может быть, где-то более небрежно, не делайте эти уголки, да, вы помните, в одно время были такие уголки, такие растушеванные, четкие, завершающие глаз. Тоже как-то вот делайте подводку и сделайте, растушуйте как-то вот по-новому, тенями, какую-то мягкую, ну, не графичную,
что-то вот новое принесите себе. Что-то старайтесь удивлять. Да. Далее, а у меня такой вопрос. Вот когда ты приходишь к парикмахеру, очень часто они начинают с тобой разговаривать. Когда ты приходишь к стоматологу, что удивительно, они тоже начинают с тобой разговаривать и периодически даже задают вопросы. Да. Вот с визажистами как? Они могут одновременно и говорить, и, так сказать, заниматься своим делом? Потому что время у нас поджимает. Да-да-да. Вот я уже практически сделала тон. Сейчас делаю хайлайтер. И буквально за 2 минуты сделаю такой легкий-легкий смоки цвета хаки. Он очень быстрый. Смоки Супер. Цвета хаки. Да. Это такое, знаете, современная уже поэзия пошла. Вот что касается ресниц, вот ты сказал уже, что натуральность приветствуется, по бровям понятно, да. А по ресницам, вот, нарощенные. Нарощенные, да. Вот опять же, наши русские женщины, насколько раз я слышала от клиентов, от мастеров, флешмейкеров, что наши русские женщины за границей как раз-таки отличаются too much, так называемым, да, вот опахалами для ресниц. Uh-huh. Это, я хочу сказать, что это, во-первых, не видно красоты глаз под такими ресницами. И, опять же, это не индивидуально. Это смотрится как бы слишком искусственно, опять же, театрально, гротескно. Мужчины все-таки не любят видеть красоту женщины натуральную. И, сами, и, как бы, и я, опять же, говорю про визажистов, вырабатывайте мужское видение красоты женщины, чтобы вы сделали ее красивой в глазах мужчины. Не делайте из нее как бы чего-то реально театрального или... слишком, не знаю, мультяшного, аниме. Чтобы было отходить хотя бы от узнаваемо, да? Да. Какая вечер да. была? Ну, приблизительно, утром такая проснулась. Приблизительно, хотя чтобы бы приблизительно. Не шокировать. А, слушайте, ну, ладно, но бывают же разные ситуации. А если вот с ресницами как-то, ну, не повезло? А, ну, пожалуйста, сделайте натуральные ресницы. То есть их можно сделать, ну, просто пушистее, гуще, ну, не намного, но при этом глаза будут выделяться, то есть они будут красивыми. То есть не опахало, а такой легкий веер. Ну, не веер. Ну, как будто бы эффект ресницы под тушью, но без эффекта туши, допустим, отлично. Без комочков, да. Так. А есть ли какая-то специальная косметика именно в зимний период времени? А, да, то есть как бы тона, которые более ухаживают, более, знаете, маслянистые, не сильно жидкие. Потому что кожа-то, я вам хочу сказать, конкретно сушится. Я думаю, не только у девушек, но и у мужчин. Ну, просто нужно делать перед нанесением тона какой-то питательный крем можно наносить заранее. Угу. То есть увлажнять. Ну, больше, наверное, питать. Зимой больше питания, а весной, летом больше увлажнения. А ты у мужчин, у мужской половины не интересовалась все-таки, какой макияж на девушках больше нравится? Яркий, может быть, красный губы? Я часто спрашиваю друзей мужа, друзей мужчин. Все-таки все склоняются к тому, что им хочется узнавать свою женщину. И даже к красной помаде немногие хорошо относятся почему-то. Им кажется, это вульгарным. Да. Ну, часто так. Либо это должен быть какой-то быть особый романтичный случай. Too much, too sexy. Вот. Я вам скажу, как, собственно, мужчина, да, как, что макияж может привлекать. Действительно, не too much. Да. Но и когда ты видишь свою девушку, ты любишь ее такой, какая она есть, все здорово. Но иногда, если она вдруг себе пару штрихов добавит, ну, допустим, не дома, да, на какое-то мероприятие, чтобы ты, так сказать, по-новому на нее посмотрел, чтобы ты вот так открыл глаза, увидел ее и следом еще и рот открыл, чтобы вот немножко удивился. Да, ты узнаешь ее, но пара каких-то вещей добавляет эффекта. И это здорово. Исповедь, да, все. А, можно, дам еще очень хороший совет по бровям, да, как сделать так брови, чтобы они не были перегруженными, да, ни тенями, ни карандашом. Mm-hmm. Купите себе качественную тушь для бровей. Буквально 2 штриха, у вас на коже нет излишка текстуры, а просто брови свои остаются, как будто бы, знаете, эффект туши на ресницах. Просто окрашенные волоски. Это дает не перегруза, это слегка повышает тональность вашей внешности. И не более того, не перегружая. Алена Никипелова написала ВКонтакте. Зарегистрировалась в Инстаграме. Такое ощущение, пол Иркутска работает визажистами, бровистами, да. Ресницами, ногистами, волосистами и т.д. Короче, красоту наводят. Ну, все равно хочу сказать, что иногда, я не злой человек, но иногда сама себя женщина может увидеть более глубоко. То есть рекомендую все-таки мастерам как бы повышать с разных точек зрения, изучать, не знаю, портреты красивые, художников изучать, работы их,
смотреть на женщин как бы с разных точек зрения, не только с точки зрения Инстаграма, бьюти-блогеров. Я вообще хочу сказать, что бьюти-блогеры — это такое зло в нашей современности, которое... Которое надо искоренять, да, и пламенным огнем правосудия выгонять их на Facebook или Одноклассники. Оленька такая красивая у нас. Она и была-то очень красивая, но сейчас вот засияла в прямом смысле этого слова, потому что я вижу какой-то блестящий такой пигмент, да, нанесли? Да, он такой растушеванный, он дает легкую тень, не при этом не пригружает. И хочу добавить еще в последний момент по поводу блестка. Блестки сейчас популярны тоже. То есть у нас есть женщины, которые очень любят блестки, их можно спасть на губах, на скулах, можно даже по всему лицу, либо на глазах. Поэтому пользуйтесь удовольствием, экспериментируйте. Вот, ну получилось очень естественно, максимально натурально, но тем не менее глазки так заиграли. Я говорю, вот эта изюминка, какие-то пару подчеркнутых вещей появилось, и это здорово. Аркадий, привлекает... оценка твоя какая? А, так, ну, по какой? По десятибалльной. По десятибалльной. 10, конечно же, 10. Если бы я сказал другое, меня бы затыкали бровисты. В общем, спасибо большое за утренние советы, такое, значит, и наставничество получилось. Действительно, хватит делать из Инстаграма обилие. Сейчас девчонки, которые, знаете, у зеркала стояли, на работу собирались, такие, отложили душ. Да. Мы надеемся, что красивых людей в Иркутске, их и так много, что они не будут себя портить излишним макияжем. У нас в гостях была Наталья Пайкина, визажист, ну и красавица Ольга, которая выступала сегодня в роли модели. А мы продолжаем, но Елена Батаева прям тянула руку и просила, ну дайте мне сюжет про тренды в макияже. Просила, получи.